Это актуальное интервью. Сегодня мы поговорим о промежуточных итогах детской летней кампании 2015. У нас в гостях заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа Гущина Лина Викторовна и директор отделения социальной защиты населения Егорова Ольга Владимировна. Здравствуйте. Здравствуйте. Первые итоги уже подведены. Расскажите нам, пожалуйста, какие направления отдыха и для каких категорий детей были предусмотрены в округе в этом году? В округе органы власти старались максимально охватить все категории детей. То есть дети были и те, кто в трудной жизненной ситуации вывозились на отдых, и дети, закончившие учебное заведение с отличием, и те, кто проявляют себя проявили с высокими творческими способностями. Также были направления молодежного, туристического отдыха и, естественно, спортивная подготовка. То есть эти все направления были охвачены. Ну, я думаю, что и оздоровительный отдых тоже был. А какая категория детей считается приоритетной при формировании лагерей дневного пребывания? При формировании лагерей дневного пребывания считается приоритетная категория. Это многодетные, неполные семьи. То есть далее идет дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей. То есть все незащищенные слои стараются захватить, и именно в первую очередь именно эти дети берутся на летние площадки. То есть, ну, если говорить статистику по этому году, у нас на летних площадках охват составил 1505 человек. Всего у нас в округе было 24 летних лагеря. Если говорить по разбивке по населенным пунктам, то город Наринмар и поселок Искатели, здесь у нас 841 ребенок был на летних площадках при учебных заведениях. И по селу это 654 человека. В основном это дети из малоимущих семей, это 426 человек. Далее идет из многодетных семей 310 человек. И из неполных семей 246 человек. То есть сами видите, что статистика как раз перевес в сторону незащищенных слоев населения. А как устроена работа летних площадок? Вот с чего начинается подготовительный этап? Ну, подготовительный этап начинается, естественно, с разработки нормативно-правовой базы, если ее не существовало. Но в данном случае у нас четкие регламенты существуют, и все площадки должны проверяться на требования санпинов. То есть обеспечивается полная безопасность детей на данных летних площадках. То есть вся нормативная база у нас в данном случае предусмотрена в округе. А кто работает с детьми на детских площадках и какие вообще существуют требования к этим людям? Детские площадки в этом году и в предыдущие годы у нас полностью укомплектованы педагогическим персоналом. Это в основном это работники этих же школ, либо учреждений дополнительного образования. Далее медицинскими работниками, работники пищеблоков. То есть они все соответствуют квалификационным требованиям и, понятно, что требованиям по здоровью предъявляем для работы с детьми. То есть все эти требования соблюдены. А как строится работа площадки? Существует какой-то тематический план? И вообще, что входит в саму площадку? Какие развлечения для детей предусмотрены? Ну, у нас, получается, на финансирование каждого ребенка в день выделяется порядка 8500 рублей. То есть ежедневно на каждого ребенка предусмотрены средства на развлекательную, так сказать, программу. Да? То есть если из этой суммы, мы скажем, да, то есть распределение составляет следующим образом, то есть где-то 230 рублей это на питание, далее идет по поселку Искателю, по Красному, по селу Толевиску и по городу Наринмару, 50 рублей это составляет организация культурно-развлекательной программы. Помимо всего прочего, то есть детей приглашают, выводят на просмотр фильмов различных, далее также посещение бассейнов и всего прочего. То есть, но изначально всегда, прежде чем открывать площадку, то есть помимо санитарных требований, да, разрабатывается, чем мы будем развлекать детей. То есть в данной ситуации у нас целый комплекс мероприятий, дети принимали участие и в мероприятиях, связанных с Днем Победы, да, знаем, что это юбилейный год у нас, далее в Ахте памяти, да, потом принимали участие и в работе, этот год у нас год литературы, поэтому как раз много мероприятий интересных было связано с этим. То есть далее различные физкультурные мероприятия. То есть перечень достаточно большой. То есть каждая школа с чем-то интересным старается детей разнообразить досуг.
А в какой срок проходят летние площадки? То есть это первые летние месяцы или они продолжаются в течение всего летнего периода? Ну, в основном у нас летние площадки при школах – это первые месяцы. Ну, мы также знаем, что у нас в округе происходит, действует система путевок «Мать и дитя». Расскажите, пожалуйста, кто имеет право претендовать на эти путевки и какие условия для получения путевки? Значит, в рамках закона Ненецкого автономного округа 2090 о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ненецком округе, значит, у нас реализуются путевки «Мать и дитя». Правом могут воспользоваться дети в возрасте от 4 до 15 лет включительно. Заявления подаются в текущем году, начиная с 1 сентября по 1 декабря на следующий год. Я хочу сразу сделать акцент, что в этом году, в конце декабря, внесено изменение, и в этом году будут приниматься заявления, срок не поменялся, но будет подход изменен. Определить именно категорию нуждаемости и адресности предоставления этой путевки. И в частности, путевка будет предоставляться, если доход семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума на каждого члена семьи. То есть, если мы раньше принимали заявление вне зависимости от дохода, мог воспользоваться бесплатной путевкой, то сейчас она зависеть будет от дохода. Я хочу сказать сразу, что в прошлом году у нас в очереди на 1 января 2015 года состояло 2394 человека. Приобретено путевок 1168. То есть у нас порядка 1100 путевками в этом году не обеспечено. То есть вот эта мера, как бы дополнительное ограничение, оно не будет действовать на тех людей, которые у нас стоят и в этом году не обеспечены путевками. То есть они так и останутся стоять в очереди, им перерегистрацию никакую проходить не нужно будет. А какая категория граждан может претендовать на эти путевки? То есть дети, которые по медицинским показаниям нуждаются в курортно-санаторном лечении. А как происходит вот процедура подачи заявки, встать в очередь? Так, необходимо, значит, с 1 сентября до 1 декабря включительно, значит, подать документы, справка медицинская определенной формы 070/U-04. Она идет именно как раз по показаниям ребенка. Справка о составе семьи и доходы семьи в этом году нужно будет предоставить. В этом году у нас приобретено 800 путевок в город Анапа, санаторий Дилуч, Кавказские минеральные воды, город Синтуки, санаторий Юность, 247 путевок. И средняя полоса Митина, санаторий, это Кировская область, 121 путевка. А какой пакет услуг входит в стоимость путевки? Что люди могут получить, приехав на курорт? Да, в стоимость путевки, значит, обязательно входит трехразовое питание, как на ребенка, так и на сопровождающего родителя, либо лицо его заменяющее. И не менее 8 медицинских процедур по лечению соответствующему. То есть врач выдает справку, да, и уже определяется профиль курортного. То есть в санатории направляются дети по медицинским направлениям. То есть если там органы дыхания, значит, он едет в санаторий, допустим, Кировской области, а не в Анапу, где органы пищеварения, к примеру. Лечит. Есть ли такие случаи, когда отказываются от путевок, и что происходит в этом случае? В данном случае, конечно, отказ от путевок есть, он и в прошлом году был, это порядка 20% от закупленных путевок отказываются. В этом году на сегодня у нас уже от 71 путевки отказались. Они перераспределяются в данном случае у нас по очереди, то есть у нас пока еще ни одна путевка не пропала. Есть, конечно, отрицательные моменты при этом, потому что отказываются в близкие сроки к отъезду, и нам очень сложно реализовать эту путевку. То есть мы начинаем обзванивать у людей по очереди, отпуска уже сформированы, у кого-то билеты куплены, у кого-то отпуск перенесен. То есть найти как бы сложновато становится. Был случай, когда у нас получила путевку женщина с ребенком и просто не поехала. То есть нам позвонили с санатория в Кировской области и сказали, что они приехали встречать ее на вокзал, но оказалось, что она даже не выезжала из города Нарьян-Мара. Скажите, пожалуйста, а как вам кажется, вот эти промежуточные итоги, которые уже сейчас подведены, они отличаются от прошлого года? И какова статистика вот летнего отдыха? Он идет на улучшение? Если сказать по путевкам «Мать и дитя», то в прошлом году приобретено было столько путевок, сколько и в этом году. То есть мы идем на уровне прошлого года.
Что касается детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, то в прошлом году было 300 детей отправлено, а в этом году приобретено путевок было 300, проторговано. Но мы фактически не могли людей набрать. Мы набрали только 203 человека, 203 ребенка, которые были все у нас вывезены. То есть по трудной жизненной ситуации у нас, мне кажется, ситуация лучше стала. То есть все, кто у нас желал поехать, они были обеспечены путевками и отправлены в Республику Крым. Замечательные показатели. Скажите, пожалуйста, а вот по местному летнему отдыху, да, наших школьников, как вам кажется, как эти показатели? Мне кажется, что они улучшаются. То есть стараемся охватить больше охвата и интересы детей учесть в данной ситуации. В общем-то, ситуация улучшается. Будем стараться еще охват увеличить по школам, тем более с заинтересованности поступают предложения от глав муниципальных образований с тем, чтобы в поселениях также расширить круг. Не во всех, просто у нас в поселениях существуют летние площадки. Понятно, что детей нужно занимать в летний период, да, и школа самая базовая в данной ситуации. Скажите, пожалуйста, а будут ли какие-то изменения в следующем году по предоставлению путевок мать и дитя? И вот изменения, касаемые летних лагерей, будут ли они? Вот по путевкам мать и дитя я уже сразу повторюсь, что они будут предоставляться в зависимости от дохода семьи. То есть если превышает двукратную величину прожиточного минимума на каждого члена семьи, на сегодня это 18 545 рублей, умножаем на 2, получается 37 тысяч на каждого члена семьи, если превышает, тогда бесплатной путевки, к сожалению, воспользоваться не будет возможности. Всем другим категориям мы будем принимать заявления с 1 сентября. Я еще хочу добавить, что кроме как предоставления бесплатной путевки, на сегодня существует, ее никто не отменял, такую меру социальной поддержки, как компенсация по приобретению, то есть по самостоятельному приобретению путевки. То есть самостоятельно мамочка или папа может выехать с ребенком, приобрести там на месте путевку и предъявить к нам на оплату. А на сегодняшний день сколько уже детей и родителей отдохнули? Всего у нас отдохнуло порядка, наверное, 700. Вот такая грубая примерная цифра. 700, которые уже отдохнули и находятся еще в санаторно-курортных организациях. А всего в планах? 1168. Угу. То есть отдых будет продолжаться и август, сентябрь, октябрь, включительно по декабрь. То есть это круглогодичное оздоровление. Это не только летний период. А вот по летним лагерям нашим? По летним лагерям никаких изменений не планируется. Единственное, что мы, ну, я думаю, следующее мы еще не затронули абсолютно. То есть мы рассматривали только летние площадки при школах, но у нас еще целый пласт есть, да, где у нас заключены договорные отношения в рамках других программ. Если летние площадки, это у нас реализуются в рамках государственной программы образования, здесь порядка 18 миллионов в год мы тратим, да, на эти цели, то есть 8 миллионов это село, а 10 миллионов это округ, то у нас есть еще и другие направления, то есть программа «Молодежь», и также еще программа физкультуры и спорта, то есть это другие направления. И еще также предоставляются путевки, бесплатные путевки именно по линии федерации. То есть на настоящий момент между департаментом и Международным детским центром «Артек» заключен договор в апреле месяце. И в рамках этих договорных отношений, то есть у нас получается с 27 по 16 июня уже первая группа детей выехала на отдых и отдыхают. Это, получается, дети средней школы интернат и школьники города, всех школ города. Это 5 человек детей. Также еще следующая отправка группы в «Артек» планируется на сентябрь месяц. Это еще 10 человек. Далее у нас еще единственный здесь нюанс, нужно отметить, что для родителей, да, немаловажно, то есть эти путевки, они бесплатно идут по линии федерации, то есть оплачиваются с федерального бюджета. Единственное, что расходы по проезду детей несут непосредственно родители. То есть здесь мы хотим немножко пересмотреть вместе соцзащиту, у нас обсуждается этот вопрос, что ту часть летнего отдыха, который у нас возможен, да, чтобы эти расходы компенсировались за счет бюджета. То есть этот вопрос сейчас решается и разрабатывается. То есть вот эти изменения, ну, я думаю, что они в положительную сторону должны сказаться. Но единственное, что тоже будет привязано, я думаю, к составляющей, насколько обеспеченность у населения, то есть малообеспеченное материальное положение семьи.
что немаловажно. Но также у нас еще отдых в Орленке. Здесь у нас дети отдыхают в настоящий момент с 23 июня по 13 июля. Отдыхает 10 детей в возрасте от 11 до 16 лет. В составе здесь и дети городских школ, поселка Искатели, и села Ома, и села Тельвис, Кенись и Харуты. Путевки эти используются на поощрение детей, обучающихся по общеобразовательных программах 6-10 классов в возрасте от 11 до 16 лет. Те, которые добились как раз высоких результатов в учебе либо в творчестве. Это вот первое направление, да, то есть немаловажное. То есть сейчас мы с федерацией сотрудничаем плотно, чтобы дальше это направление развивать. И вот путевок округ получил большее количество. Ну, пока вот... Насколько... Через наше учреждение тоже проходило еще 65 отличников. То есть это не только отличники, но это те, которые отличились именно в спорте, в искусстве, стали призерами в олимпиадах, а в каких-то спортивных состязаниях. Они отдохнули у нас тоже в лагере «Мультфильм» в республике Крым в начале июня. Дополнительно к тем мероприятиям, которые проводил департамент образования. Также у нас, получается, еще есть дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Да, это Нинская школа-интернат имени Пырерки. Они выезжали на отдых в Ессентуки, в санаторий «Юность», и детский санаторий «Искра» в Ярославской области. Также еще есть вот по линии программы физкультуры, развития физической культуры и спорта. У нас также 62 обучающихся. Они приняли участие в различных тренировочных сборов по основным видам спорта, по которым они занимаются. То есть это и бокс, и спортивная борьба, и лыжные гонки. Дети выезжали в Кабардино-Балкарию, в Пятигорск, Анапу, Хасавюрт, ну и в Архангельскую область. Здесь у нас получается, что в целом в тренировочных сборах по этой программе примут участие 134 ребенка до конца года. И сумма порядка 5,5 миллионов на эти цели будет потрачена из бюджета. Но это именно уже средства окружного бюджета. Также по линии программы «Молодежь» у нас функционировала... Мы плотно работаем с Всероссийским детским центром «Смена». На 2015 год у нас, получается, выделены путевки для детей от 14 до 18 лет. Значит, первая смена уже состоялась, она была с 10 по 24 апреля. Здесь у нас было приняли участие 7 учащихся общеобразовательных школ. Это дети, которые работали по программе «Моя дорожная карта». То есть это для активных детей, ну, молодых людей, которые имеют определенную активную жизненную позицию, да, и возможность развития в этом плане. Следующая смена, она с 29 мая по 18 июня состоялась, это юбилейная смена. В ней приняли участие 5 учащихся образовательных школ. Что еще хотелось бы отметить, вот сейчас у нас прошло очень интересное мероприятие в селе Тельвиска, которая проходила на базе Дома культуры села Тельвиска, «Арт-квадрат». В нем приняли участие 17 человек. Это молодые люди возраста от 17 до 23 лет. И они были в основном из сельских населенных пунктов. То есть это Тельвиска, Макарова, Оксина, Великовесочная, Ома, Андерма, Нижняя Пеша, Харута, Красная, ну и город Наринмар. Ну, основной темой этого молодежного слета стало народное творчество. То есть мероприятие было достаточно интересное и... много положительных откликов о нем. Также с 10 по 24 апреля в туристический лагерь Литково у нас проходил. В нем приняли участие 20 ребят из Индиги, Коткина и Наринмара. То есть это был лагерь туристической направленности. То есть направлений достаточно много. И в целом вот по этим всем мероприятиям, которые я вам назвала, да, включая как раз летние площадки, у нас в округе приняли участие 1664 ребенка в настоящий момент. Планируют принять. Спасибо большое за интересный разговор. На этом наша программа подходит к концу. Напомню, сегодня мы говорили о промежуточных итогах детской летней кампании 2015. Это было актуальное интервью.